дома третьей очереди. Вот Селигер Сити. Ван Гог отстраивается. А Кандинского пока не видно. Как интересно смотрятся они здесь. С этой стороны снимаю с Дмитровского шоссе. Возле Дмитровского шоссе сейчас. С этой стороны. Вот он, Селигер-Сити. Какие дома тоненькие. Кажется, очень тонкими. Рембрандт, дом Реквин. И два последних возводятся. Вот один виден уже, Ван Гог. 43 этажа. Давайте понаблюдаем, как они выглядят с этой стороны. Надпись на кране. Да, мне пока плохо видна эта стройка. Небоскреб, 43 этажа. Да, буду наблюдать за строительством этого дома, когда он будет выше 20-го. Тогда он не будет виден из окна. Как надписи смотрятся. Селигер-Сити здесь написано. Начинаю снимать возведение этого дома. Если будет виден и Кандинский, буду его снимать, а этот Ван Гог. Третья очередь ЖК Селигер-Сити. Я снимаю с Дмитровского шоссе, со стороны Дмитровского шоссе. Дмитровское шоссе мелькает. И стою на противоположной стороне в районе Бескудниковский. А вот это наша стройка в районе Западной Дегунино. В моем районе. Это все наш северный административный округ города Москвы, столицы. Вот не знаю, насколько видно, хорошо ли видно. Вот какой он тоненький этот дом. И таким высоким будет. Он будет один стоять. Вот если дом Репин состоит из четырех корпусов, хотя он и тоненький, но из четырех. Рембрандт тоже из четырех корпусов. А этот будет дом стоять один. Нам квадрат. Квадратненький такой. Вот такой квадратненький. Вроде как.
кубик высокий такой. Ах, как интересно наблюдать. Надо мне как-нибудь в темноте вечером поснимать. Хотя вечером не видно будет. Я буду снимать из окна. Выше 20 этажей мне будет видно. Я буду снимать даже ночью. Даже ночью. А этот кран стоит с этой стороны Дмитровского шоссе в районе Бескудниковской. Здесь объект метрополитена, и здесь парк Федорова. Я стою сейчас возле магазина «Перекресток». Нашей рукой магазин «Перекресток», круглосуточный супермаркет вместе бывшего универсала номер 21. Сейчас стоит «Перекресток», хороший магазин. Да, я сейчас наблюдаю за стройкой в своем районе, Западная Дегунина. У вас будет еще два дома высотных. Ван Гог и Кандинский. Вот это дом Ван Гог. 43 этажа было заявлено. Посмотрим, каким он будет в итоге. По окончании строительства, возведения этого дома. Да, вот так видно с улицы. С противоположной стороны. Да, стройка в районе Западная Дегунина. В моем районе Западная Дегунина. Стою я в районе Бескудниковский. Но это все наш северный административный округ. На самом севере дом КАД. Вот в ту сторону. 5 километров до Красной площади, около 14 километров по дорогам. Ах, как интересно наблюдать. Высота большая. Вот я буду наблюдать из окна. Время от времени буду наблюдать днем и ночью даже. Да, вот так интересно. Сегодня 9 июля. Июля или августа? Что-то я уже... Августа. 9 августа 2021 года. Отстаю по времени. Да, августа. 9 августа 2021 года. Дом Ван Гог. ЖК. Силипер Сити. Интересный жилой комплекс по голландскому проекту. Буду снимать. Очень интересно, что получится. Это дом отдельно стоящий. Вот Ван Гог и Кандинский. Это отдельно стоящие дома. Два дома рядом. Сити в третьей очереди. Да. Издача в 2023 году. Рембрандт. Сдан Репин. Издача в декабре 2021 в этом году.
и Ван Гоги Кандинский 2023 году будут сданы. Так интересно наблюдать. Бизнес-класса Ван Гог. Мне сказали по интернету, ждут этот дом. Сказали, что это будет дом бизнес-класса. А вот эти дома уже сданы. Рембрандт, Риппит на подходе в декабре этого года. Они дома комфорт-класса. А этот будет бизнес-класс. Значит, квартиры будут дороже. А чем еще он отличается, не знаю. Чем будет отличаться? Посмотрим, прочитаем. И увидим. Ну, все, здесь 9-го. Снимаю 9-го. Августа 2021 года. Наш север Москвы, столица.